Всем привет! Давно не виделись, скажу я. Сегодня у нас будет очень интересный эфир. И мы будем учиться работать, или даже не учиться, а вспомним, как работать с одной интересной коллекцией, которая называется I'm Bossy. Это вот такая коллекция гель-лаков. Очень классная. И хочу вам показать, какие крутые дизайны можно делать с этой коллекцией. Вы пока присоединяетесь, я сейчас натягивать буду перчаточки и будем начинать. Я уже готовлю типсы для вас, вопросы от вас. Жду дальше тоже сделать антенны сегодня в чате, у меня полдня. Переворачиваю камеру и начинаем. Так, перевернула камеру. Увеличиваем небольшое. Так, вырубаем маску. Вырубили. Все. Натягиваю перчатки и поехали работать, показывать красивучие вам дизайны с коллекции I'm Bossy. И не только, потому что мы будем сюда еще добавлять немного других коллекций. Например, неоновые из коллекции Hit Neon. По связи напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, нормуль или не нормуль, чтобы мы уже спокойно начали работать. Так, просто с прошлого эфира прошло не так много времени, поэтому, конечно, не успела я убежать и убрать, точнее, все. Смотрите, итак, поехали. Коллекция I'm Bossy. Это коллекция трех красивых полупрозрачных гель-лаков с вкраплениями вот таких точечек. Вкраплениями. В составе в своем имеют вот такие точечки. Хлопья, я бы даже сказала, черные хлопья. Этот дизайн недавно был очень популярен, прям мега популярен у многих мастеров. Поэтому, в принципе, и вышла эта коллекция. Вот. Оторвем. Меня просто это раздражает иногда. Ну, этого не обязательно это делать. Давайте достанем все цвета и уже будем потихонечку говорить на эту тему. Номер 317, 318, 319. Вот это, знаете, вот этот перфекционизм. Сейчас я поправлю. Я так не смогу работать. Подождите сейчас. Потому что у меня кукушка съедет, пока я буду работать. Так, с какой-то жопки я не оторвала, да? Сейчас. Оторву так, красивочка. И смотрите, какие красивые оттенки в этих трех гель-лаках, в этой коллекции. Здесь у нас еще есть наклеечки на ложечку. Ну, естественно, три штучки. Ложечки – это типсы, обычные прозрачные типсы. В основном работаем на прозрачных, чтобы показывать максимально вам оттенок гель-лака или гель-краски. Вот. Будем сегодня работать, выкрашивать. Начнем, наверное, сначала выкраску, а потом уже будем дизайн делать. Итак, еще раз. Это три оттенка полупрозрачных гель-лаков. Давайте откроем, как раз посмотрите, почему про полупрозрачных. Сейчас немного прибавлю зум, чтобы вам было хорошо видно. Это молочный оттенок с добавлением мелкого шиммера. Вам может видно, а может и нет. Сейчас. Видно, да? Немного поблескивает. И, конечно, с добавлением больших черных хлопьев. Триста семнадцатый молочный. 318-й такой красивый персиковый оттенок. Прям персик. Тоже с добавлением мелкого шиммера серебристого. Да, серебристого. И с крупными хлопьями. И красивый розово-бежевый оттенок. Он и розовый, и бежевый. Кто как его видит? Я его вижу розовым, кто-то его видит бежевым. Как вы видите, напишите в комментариях. И так, поехали. Что можно делать с этими оттенками? Начнем прямо с самого начала. 317-й. Во-первых, его можно носить просто как самостоятельный оттенок. Мы его просто наносим на ногтевую пластину.
и красиво ходим. При том, что когда вот эта мода была, я прям сама себе наносила на все ноготочки и ходила. В чем плюс? В том, что не надо париться с подкутикульным пространством. Вы просто его спокойно наносите, если это делать на прозрачные ноготочки. Получается очень красивый эффект. Вот такой. Воздушный, нежный, красивый. Очень-очень нежно получается. Если мы это делаем на белом цвете, то сейчас возьмем на молочном, да, то есть если мы берем молочную базу и перекрываем ноготочек сначала молочной базой, я изнутри делаю ложечку, чтобы заново не красить, и мы получаем более насыщенный белый, но все равно воздушный, нежный оттенок с вкраплениями. Затроила меня. Вот, крапушки эти ложатся очень хорошо, они не скатываются в одно место, это очень важно. Но если у вас какой-то конфуз даже случился, и где-то у вас скопление, такая дискотека этих точечек, или где-то вам их не хватает, вы просто берете линейную кисть. Что вы делаете, помимо того, что берете линейную кисть? Находите бумажку любую. Я не хочу вымазывать, а которая на столе. И вот таким образом выкладываете материал. И отсюда вы можете набрать этих крапушек, сколько вам надо, и расположить там, где у вас лысо, там, где у вас не хватает. То есть, на самом деле, 2 секунды делов, и все готово. Это раз. Да? И все. И получается у вас очень-очень красиво, интересно, ярко. Опять-таки помним, да, если мы не делаем на прозрачный, делаем на прозрачный, получается более воздушный эффект. Это мы сейчас засунем в лампу, не знаю, просохнет или нет. Обратная сторона. И что же мы можем, давайте мы по очереди будем работать именно с определенным цветом, да, чтобы не отнимать много времени у вас. И что же можно с этим цветом сделать? Мы можем сделать красивый дизайн на неоновых ноготочках. Берем любой неоновый оттенок из коллекции Hit Neon. Вот первое, что вам попадается в руки. У меня попалась вот эта вот красота. Берем, это номер 284. Наносим тонко в один слой, чтобы у нас не было наслоения, наносим в один слой, тем более у нас потом будут крапушки эти, и они нивелируют вот эти все недостатки. Наносим, ждем пару секунд, пока это все сцентруется, сравняется, соберется в кучу. Сейчас я еще попкой вот так вот подполимеризую. Пока у нас материал самовыровняется, скажем профессиональным языком. И после этого у нас в ход идет оттенок 317, который немного заберет вот эту неоновость, скажем так, да, если клиент не хочет сильно неоновые ноготочки, но хочет, чтобы было красиво. То есть он будет не сильно такой неоновый, но очень красивый оттенок получится. Итак, берем ноготочек с гель-краской. Не сполимеризовала до конца. Молодец. Берем новый типсик и наносим еще раз. Я в угол засунула, и он не попадал под лучи. Еще раз наносим. 284. И наносите тонко, потому что цвет плохо видит лампа. Там, где желтые цвета присутствуют в оттенках, лампа плохо видит. У нас лампа дальтоник, он не видит желтый цвет. Еще раз сушим минуту. А вот это мы сейчас перекроем матовым топом. Посмотрите, как красиво смоется под матовым топом. Тоже. Я делала на всех. Кстати, на педикюре тоже очень красиво смотрится. Для кого-то это ассоциация с мухами. Но каждый же по-разному все делает. И думает, да, у каждого свои ассоциации. Мы подождем немного, пока просохнет. И наносим. А я пока найду вам дизайн. Знаете, какой интересный. Сейчас я поищу его. Не буду пока говорить, пока не найду. Это мало ли, сейчас не найду. Так, пропала боль. Так же нельзя тоже. Так. А его, кстати, у меня и нет. А мы сейчас возьмем другой. Дизайн сразу сделаем. С как раз такие. Чего, на пустой листик смотрите, так нехорошо. Так, вот смотрите, как он смотрится в матовом. Очень красиво, нежно. И берем вот этот оттеночек 284.
четвертый и просто перекрываем. Или очень тонко, или можно прям немного с выравниванием можем перекрыть оттенком 317. Если у вас, вам кажется, что слишком много крапушков, можете убрать, конечно, крапушки. Кистью. Ну, распределить, куда вам надо. То есть это все очень хорошо самовыравнивается, поэтому вы, когда перевернете ноготочек, все самовыровняется. То есть немножко съедается вот как раз вот этим молочным оттенком цвет, но получается очень красиво. На неоновых оттенках вот эти крапушки смотрятся нереально красиво, прям рекомендую. Переворачиваем, немного центруем, сушим. И сюда я возьму, знаете что? Так, сейчас я возьму красивые наши вот эти вот фрукты. Фрукты. Сейчас я все сгребу сюда. И сюда добавим красивые фрукты. А может и листики. А может фрукты и листики. Будет красиво. Можем взять драконий фрукт вот этот. Кому сейчас замочим. Сейчас пока немного окунули в водичку. Откладываем в сторону. Берем листики. Добавим еще немного листиков. Да? Вот красиво с листиками. С той же коллекции. Сейчас не могу вам коллекцию назвать. Сайт не работает пока. Поэтому не могу даже посмотреть. Здесь у нас тоже будет, наверное, мы сейчас вот так сделаем. Порежем немного, вырежем по-другому. Все, пока это у нас все размачивается. Вот у нас все размачивается там. Мы можем взять ноготочек и нанести уже слайдер-топ, потому что мы будем работать по слайдер-топу. Наносим топ-слайдер. Кстати, когда вы делаете градиент, тоже очень красиво получается с этими крапушками. Слайдер топ. 30 секунд сушим, не больше. Так, давайте мы сначала, наверное, поставим листики, а потом этот драконий фрукт. Смотрите, я не зря порезала. С одной стороны у нас будет вот так. Ахаха, только не отваливайся раньше времени. Пожалуйста. Сейчас покажу вам, как это красиво будет. Если так раз... Давай, сейчас выключайся. Не тяни время. Вот. Тут у нас будет вот так. Внизу. Так видно вам, да? А вверху... Вот таким образом. И драконий фрукт распределяем где-то с правой стороны больше. Все, приклеились. И вот сочетание с этими точками, любой, даже яркий дизайн, смотрится очень нежно. Ультрабондом прошлись обязательно, растворили пленочку. Где-то, если нужно подпилить, подпилили. Например, у меня здесь вверху можно вот так подпилить. И наносим, ой, спасибо за сердечки, наносим слайдер топ сверху. Очень красивый летний ноготочек получается. А сверху слайдера нанесем топ-вельвет. И будет очень красивый эффект. Это я вам показала дизайн с номером 317 и 284 неоновым. Из неоновой коллекции.
Наносим топ-вельвет. Я очень часто добавляю вот эти крапушки именно в работу, очень часто. Поэтому у меня все эти оттенки лежат всегда рядышком, потому что вот есть оттенки, которые у меня далековато от меня, потому что я редко пользуюсь. А вот этими, конечно, я пользуюсь очень часто и рекомендую, потому что дизайн все равно смотрится очень интересно. Раньше мы делали это щеточкой, такие точечки, а сейчас можно это делать, конечно, без щеточки, уже готовый вариант, поэтому берите, дерзайте. Так, сейчас я типчик этот вытру. И покажу вам следующий оттенок, 318. Оттенок 318. Тоже очень хорошо носится как самостоятельный, потому что он в себе уже имеет этот оттенок. То есть, если вы укрепляете ноготочки софт-нюдом, то можно просто вот так вот тоненько пройтись, и клиент будет с удовольствием ходить. Во-первых, вы сэкономите время, во-вторых, вы просто мало будете мучиться. То есть вы быстренько сделали все, что-то опять подтупливать начинаю. И все красиво. Вот смотрите, какой дизайн красиво получается. Сюда можно еще добавить как типа росу, но можно и не добавлять. Это раз. Мы сейчас вот так вот сделаем. Потом покажу вам. Куда ты смываешься? Нельзя. Бабы у меня сегодня смылись с эфира. И ты еще сегодня. Туда же. Так. Что мы тут можем сделать? Ну, во-первых, можно сделать что-то нежненькое. Что бы я порекомендовала? Можно сюда нанести. Давайте это сделаем мы все-таки с оттенком 319. Потому что у меня тут перед глазами лежит гель-лак 378 из коллекции Viva La Diva. Прости, Филипп Киркоров, господи, не простит, наверное. Viva La Diva. Наносим тоже тоненько. Чтобы все у нас просохло хорошо. Потому что очень плотные оттенки. Однослойники. На что типсы крепите? На жвачку. Я покупала, кстати, в фикс-прайсе. Как ни странно, в фикс-прайсе покупала эту жвачку. Смотрите, вам, чтобы вы понимали, с подложкой и без. Тоже очень красиво, прозрачные такие ноготочки. Если вы укрепили... Если вы купили... Это фикс. Это что? Это что-то я сказала? Нет? Вот, если вы делаете без подложки, получается прозрачный ноготочек. Если вы сделали прозрачные ногти, очень красиво получается. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Он что, смотрит ваши эфиры? Я надеюсь, что да. Это жвачка. Жвачка только не орбит, ребят, не орбит. Смотрите, в эфире сейчас не Катя, сразу говорю, потому что, может, вы голоса перепутаете. Меня зовут Тагуи, кто-то меня уже знает, кто-то был сейчас на эфире в ВК. Катюша сегодня не смогла, поэтому у нас экстренная заминка. Поэтому я вообще надеюсь, что он смотрит наши эфиры. В смысле? Как он может не смотреть? В честь него коллекцию назвали Viva La Diva. Поэтому, конечно, он должен смотреть. Так, берем мы мультяшки. Кто помнит эти мультяшки? А, Потафикс называется эта жвачка. Ну вот, где-то называется Потафикс. У кого-то, кстати, знаете, как называется? В Леонардо я покупала пластилин канцелярский, по-моему, так называется он. И в фикс-прайсе я брала, не знаю, как называется, этикетку уже выкинула. Здравствуйте, подскажите, под гель, какую базу тонким слоем наносить лучше, райбер или стронг? Под гель вы наносите или... Ребят, не делите, пожалуйста, на райберы, стронги и все остальное. Есть база баз-гель, есть баз-гель медиум в Эми. То есть баз-гель – это более жидкая база. Мне нравится больше работать более жидкой базой. Она лучше проникает и дает лучшую сцепку. Или можно работать медиумом. Поэтому... без разницы. Или медиум, или обычная база. Все, они отличаются друг от друга вязкостью. Вот медиум, он более вязкий. Можно придумать миллион названий, но факт остается фактом. Знаете, как картошку не назови, все равно это картошка. И никуда это не денется. Так,
Классно, что вы с юмором. О, спасибо. Да, с юмором у меня иногда даже перебор, мне кажется. Но без него никуда. У меня просто такой стиль иногда подачи, поэтому привыкайте. Так, чтоб сюда воткнуть. Чудика вот это. Давайте Бакса Банни. Он такой красивый мальчик. Кстати, обожала всегда мультики с Баксом Банни. Он такой вот и фильм. Какая у него жена, помните, была в мультике? В фильме, точнее, боже мой, там просто пушка. Мечта. А вы мне пишите, чтобы у нас монолог с вами и не было, был диалог, потому что я, конечно, привыкла сама собой разговаривать. Наносим слайдер топ. И сейчас покажу, как точечно работать с этим гель-лаком, чтобы на всю не наносить и не создавать толщину лишнюю. Если, тем более у вас пришел клиент, как с моими ногтями, с онихогрифозом или грифозиком, по-разному его называют. Ой, спасибо, кто подписался, это же круто, спасибо. Ой, полилось тут. Реки, ультрабон, да. Господи. Почему я боженька наградил кривыми руками? Я не знаю. За что просто? Фу. Фу, теперь забыл понять. Так, сейчас я со стола уберу ультрабон, который упал. Сушим. Так, что у нас в кадре никого нет? Стой здесь и имитируй. Сейчас тебе. Состояние счастья. Так, баксика мы клеим сюда, потому что тут у нее какая-то яма под ногами. Так. Бомба. Конечно, петарда. Фейерверк. Тут у нас еще название было его, чтобы мы понимали, что это реально Бакс Банни, что никто никого не обманывает. Поэтому сейчас мы отрезаем баксиком. Название, точнее, его. И клеим рядышком. Вот такие тоненькие штучки клейте этим штампом. Ну, так положили. Просто штампа у меня сейчас нет под рукой. Да и вообще его нет, если честно. Чпунь-чпунь, сделали воду. Лишнюю воду убирайте. Можно это делать безворсовой салфеткой, если она впитывает хорошо. Нет, лучше взять обычную бумажную салфетку. Вот она вообще офигенно впитывает. Готово. Да, Таня, готово. Краснова моя пришла в чат, обожаю. У нас в Эйме самые крутые девчонки. Сейчас еще рекламу. Почему не с кисточкой? Что, не кисточкой Бакса рисуем? Потому что я не Катя Мирошниченко. Я не могу так рисовать, как она. Так, немного подвинем чувака. Все, я тут. Сердечки, спасибо. Ребят, напишите, пожалуйста, я в сети или нет. А то меня что-то как-то очень аккуратно выбило из сети. Меня слышно, видно? Или натыкайте мне сердечко, если все нормально видно. Или напишите. Смотрите, берем 319. Господи, мне кажется, я ору. Я ору или нормально? Берем номер 319. Его только размузюкаю вам, чтобы нам удобно было набирать именно катушки. Вот эти, я их по-другому вообще называю, но здесь нельзя так. Вот. Это дизайн, который создают мухи. Я всегда называю. Они же у нас тоже творческая личность. И просто берем и по чуть-чуть выкладываем там, где нам надо. Чуть-чуть сюда им. Вот так заходим прямо к баксику. Ну, небольшими кусочками лучше к нему заходить. Вот и кисточка в ход вошла, смотрите. Кто хотел кисточку? Линеарную, самую шикарную кисть вообще, которую можно было придумать. Которая неубиваемая.
Лежишь, ты, зараза, не двигается. Непослушные пятнышки. Ты в сети, ты звезда, ты не орёшь. Да? А то меня прям, знаешь, в ухо отзвучивало. Думаю, это я так ору. А может, это голоса в голове просто? Может, это не мои голоса? Смотрите, наискосок вот так сейчас пустим просто вот дизайн мух. И все. Так, так, так. Минута тишины, потому что их еще распределить надо. На самом деле это не сложно. Это очень даже не сложно. И дальше можно их, конечно, не распределять, потому что этого, в принципе, достаточно. Типа, смотрите, типа Bugs Bunny показывает, как красиво мухи рисуют. И все. И больше ничего не надо. Но красиво. Этого достаточно. Сушим. Такая диагональ, диагональ у нас. По диагонали. Пока фоном у нас работает. Красавец этот. Надо его на жвачку посадить. Сейчас оторвать откуда-то надо эту жвачку. Так, где-то я ее видела. Куда я положила сейчас? Смотрите, какие дизайны делали недавно. Тоже красивые очень. Вот отсюда теперь надо будет пожертвовать жвачку. И прибабахать ее к этому дизайну. Ну, таким образом. Ну, чтоб... ну да, конечно. Не все так просто. Чтобы все видно и понятно было. Супер. Спасибо. И перекрываем, конечно же, матовым топом. Но не без него вообще никуда. Я не знаю, я его обожаю. Еще, знаете, в эфирах люблю показывать, потому что, видите, блики, они очень сильно мешают. И непонятно, что за дизайн. А тут матовый вы нанесли, матом накрыли, ой, покрыли. Я имела в виду. Вот. И красиво. И бликов не видно. И Бакс становится еще счастливее. Сушим. 30 секунд, просто чтобы вам показать, что получилось. И все. Мы, видите, даже работаем не одним оттенком, а показываю, как его можно сочетать. Одним-то любой сможет это сделать, да? А как это все сочетать? Всем привет, кто присоединяется. Всем здрасте. Здрасте. Видите, я быстро экстренно делаю, чтобы все успеть вам показать. Итак, тут у нас кто? Тут у нас из I'm Bossy 319 и коллекция в честь короля Viva La Diva. Я надеюсь, что он смотрит наши эфиры. Я очень буду расстроена, если узнаю, что нет. Так, вот такая красотень получается. Ну, скажите, красиво. Ну, красиво же. Конечно, красиво. Как это может быть некрасиво? Сейчас жвачку надо обратно пожевать и приклеить. И берем, как заказать или купить. Заказать, купить все, что я вам сегодня показываю, можно. Сейчас вот так я разверну. Можно на Эмишоп. Просто сайт сейчас, по-моему, не работает, но он скоро заработает, там технические, там улучшают для вас, чтобы вы могли лучше пользоваться сайтом. Так, сейчас, подождите, прочитаю. Все дизайны заключаются в том, чтобы приклеить слайдер, вы решили больше вообще не рисовать. Катя рисует, ребят, Катя рисует всегда, поэтому, а я не Катя. Я упрощаю жизнь, я рыбы, я не люблю работать, я люблю клеить, вот. Вот единственный минус, когда ты выходишь с другого аккаунта, все начинают путать, потому что голоса-то не все знают. Красота очень именно супер. Ой, спасибо большое. Вот. Теперь у нас остался персик, да? Опять-таки, можем что-то похожее найти с персиковым оттенком. Можете сейчас что-нибудь накидать, кто хорошо знает оттенки Эми. А мне придется подумать, потому что что можно сюда добавить? Ну, в принципе, что можно сделать с этим дизайном? Чтобы было не похоже и красиво. Красиво и не похоже. Сейчас я вот так вот выставлю. Ребят, Катя рисует. Катя рисует шикарно, рисует. И я как бы умею рисовать, но не люблю, честно скажу. Потому что сейчас очень ценят клиенты время.
И клиенты, и мастера ценят время. А приклеить это намного быстрее, чем... Представляете, я сейчас этого зайца буду рисовать. Во-первых, он будет не такой счастливый. По-любому у него будет не очень счастливое лицо, если я его буду рисовать. Так, как в Москве заказать? Насколько я знаю, девчонки, в Москве можно заказать их, в магазине можно купить. Или заказать также через Amy Shop. Amy-shop.ru. Блин, сейчас я вам даже напишу, как это выглядит. Но просто единственный сейчас сайт на техническая этой, господи, shop.ru. Там что-то исправляют, чтобы вам было еще лучше. Смотрите, Amy Shop, это сайт. Привет. Всем привет. Так, что-то про типсы. Это новые типсы? Нет, это как раз старые. Вот помните, в коробочке типсы. Но они крутые же, поэтому они старые. Все старое, очень-очень крутое. Девчонки, у меня час. За час мне вам надо показать красивые дизайны и надо показать, как работать с коллекцией. Поэтому, конечно, если я буду рисовать, это же трындец будет. Табуй, подскажи, пожалуйста, гелевые типсы или я что-то пропустила. Пока гелевых типс нет, я об этом не знаю. Я, короче, если что узнаю, обязательно вам напишу. Не хватало ваших эфиров. Ой, Марина, спасибо большое. Я часто, кстати, появляюсь в ВК. Меня можно увидеть каждую среду в 14:00. Так, включись, мозг. Давайте возьмем Вивалдиву опять. Вива Викторию и Афродиту сразу всех накидаем. И будем рисоваться. А где типсик? Благодарю. Пожалуйста. Многие аватарки мне так знакомы ваши. Блин, ну это розовый. Не хочу розовый. Так, сейчас. 2 секунды. Сейчас я включу быстренько вторую передачу. Технические работы на сайте. Вот Танюша написала. Технические работы. Поэтому улучшаются для вашего пользования. Давайте нанесем Viva La Diva номер 380. Ой, какой красивый оттенок. Вы даже себе не представляете, камера вообще не передает, да? Передает, но не сильно. Передает всем привет. Вот, очень красивый оттенок розового, такого холодного розового. Сейчас я вам приближу, покажу, пока он сохнет в лампе. Давайте минуту зафигачим на всякий случай. Смотрите. Видно, да? Ну, в принципе, он практически такой же, как и вживую. Да, такой же. Потому что камера в основном коверкает, искажает яркие оттенки. Этот прям вот такой же. Видите, такой с розовинкой, очень нежный, такой благородный. Этот очень хорошо подойдет для офисных, любителей офисов. Все, кто любит офисы. Даже если там не работают, неважно. Просто если вы любите офис, делайте этот дизайн, он вам понравится. И возьмем вот этот оттенок и схитрим. Мы здесь сейчас как кинем градиент. Знаете, какой? Интересный. Берем оттенок 318. Кстати, с шиммером это тоже классно. Его видно, просто не на камеру. И расположим этот оттенок. У нас получится градиент двух оттенков. Не просто двух, не просто этих крапушек, но еще оттенки у нас будут. Распределили. Очень нежный цвет. Да, цвет очень-очень нежный. И просто вот таким вот красивым движением правой руки, у кого-то левой, это уже не важно, просто спускаемся вниз. И получается два разных оттенка. Просто берем основной оттенок светлый, то есть основной оттенок у нас, который внизу лежит, он должен быть достаточно светлым. Тогда получится эффект красивее. Намного красивее. Так, кто-нибудь есть у нас педагоги русского языка? Здесь на нет просто сводим и все. Куда ты пошел? Если не хватает катушков, крапушков, добавляем отдельно. Немного набрали. Куда-нибудь на листик мазнули. Давайте при вас мазать. Все, ок. Спасибо, солнышко, спасибо. Ирочка. Армянская сеть. Армянское радио, я бы сказала. Так. Главное, что не секта. Чуть-чуть набрали и тут добавили, да? Тут чуть-чуть не хватает все равно. И потом опять кистью омбре немного подработаем там местами. Ну, тоже получается красиво. То есть мы можем градиент сделать с торца кутикули и наоборот.
чуть-чуть поправить. Не переживайте, все, что тут у вас кажется, что видно где-то переход, это все ерунда, потому что у нас все нивелируется нашим теклосом. Смотрите, если что-то стекает вот сюда к латеральным валикам, старайтесь убирать. Убирать можно, кстати, знаете, как еще? Ну, не пальцем, а вот салфеточкой так сбоку можно так макнуть, и все, и у вас все соберется, и будет красиво. Поехали, сушим. Так как у нас тут еще будет дизайн, это все будет красиво. Рисовать его не буду все равно, я не буду рисовать. Это долго, ребятки, очень долго, поэтому лучше без экспериментов таких. Так, дизайн, что у нас тут есть красиво. Так, давайте мы этих главных героев вот так выставим, чтобы опять вы не смотрели в пустоту. А то там уже кого-нибудь увидеть. Кого-то, что-то. Так, сейчас еще чуть подсохнет. Так, что вам сюда нафиячить? Где мои надписи? А, вот они. Не в ту сторону, смотрю. А, вот они. Вот, смотрите, можно сюда приклеить вот такой красивый цветочек. Цветочка, что у нас еще не было. Когда будет прямой эфир френч? Я не знаю. Но обязательно узнаю. Наносим топ-слайдер. Топ, нет, вру. Теклас. У нас же будет шермиконы. Топ-теклас. И видите, у нас вверху получается немного другой оттенок. Более темный оттенок, но так как он полупрозрачный, это все красиво, вкусно выглядит. Нанесли. Здравствуйте, привет, привет. Сужим 30 секунд. Вообще желательно, конечно, минуту. И сейчас сориентируемся. По... У нас тут еще что-нибудь есть? Ой, у нас еще есть красивая женщина. Вот такая вот, кстати, тоже как вариант. Ее можно сюда присобачить. Да? Короче, сейчас надо прикинуть и посмотреть, что будет лучше смотреться. И какое-нибудь словечко приличное. По-любому. По-другому нельзя. Так, шармиконы. За что обожаю шармиконы? За то, что можно вот прикладывать и смотреть, что получается. Ой, мне нравится вот этот цветочек. Ну, этот лепесточек. Они все в одну сторону, да? Нет? Нет. Ой, как мне нравится. Вот этот, кстати, мне нравится вариант. Что-то еще, да, я хотела? Или женщина? Давайте пишите, женщина или, ветка. Ветка или женщина? В или Ж? Вы за что? Давайте вместе. Вместе интереснее все равно. Всегда интереснее вместе. ВЖ. Блин, этот фон уже испачкался. Смотрите, Ж. Или В. Где В? Так, два против двух. Веточка. Три. Ж. Ну, восклицательный знак все решил, конечно. Это не по блату, смотрите. Это не блат. Сделаем женщину. Своих не пропихиваем. Так, берем женщину. Отрываем ей ноги. Какая она красивая. Она просто так сидит просто. Типа, посадите меня на нормальное место. Поэтому нам придется... Таким образом ее пересадить, как говорится. Больше букв В. Ну, тогда придется, может, и веточку подсуетить ей. Ну, раз уж так. Просто чуть-чуть, не всю. Ей этого хватит. Для тени это будет типа крона, которая будет защищать ее от солнца. Когда все будет матовое, будет все красиво. Сейчас подпилю немного сверху. Так. Ну и можно так маленько.
маленькую-маленькую надпись, только не сильно большую, и желательно какую-нибудь прозрачную, такую типа. Да, типа такого. Не говорите, что много, это нормально. Это нормально. Белого что-то хочу добавить. Черное, все черное, черное, черное. Поэтому хочется белого. Прям белого, мне кажется. Ой. Шпунька. Криво. Так. Главное ровно приклеить еще. Ну. О, отлично. Нормально. Пойдет. Используем все декорации, которыми вы давно не пользовались. Все. Секрет прост. Слайдер топ. И, конечно, топ вельвет. Вот. Наклейки тоже от Эми. Да, 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 конечно. Потом в Эми Шоп можете зайти, посмотреть. Там очень-очень много классных наклеек. Ну, вы, в принципе, сейчас видите, да, какие они крутые. Здесь у нас слайдеры использованы, здесь тоже слайдеры использованы, а там прям только шеромиконы. Наносим топ вельвет. У нас сегодня все дизайны матовые. Ну, получается нежно все равно. Можно и в офис с этой женщиной сходить. Согласитесь. Угу. Он такой, получается, монохромный практически, потому что там цветов-то и нет. Получается нежно-розовый, немного персикового и много черно-белого. Как вам? И сейчас напишите, какой дизайн понравился вам больше. Сейчас он высохнет. Так, мы сейчас вот так прикроем, тоже покажу вам. А, закрыто. Бонита. Боже мой, какое название шикарное. Have Courage и Bonita. А можно вот так сделать. Bonita, Have Courage. Получится прям полноценное высказывание. Ну, такая нижняя оттенка получается у нас. Давайте вы решите, какой из этих дизайнов вам понравился больше. Смотрите, мы сейчас сделаем так. Ой, развалился этот. Как мы хотели сделать? Смотрите, цифра 1. Ага, вам не видно, да? 2. Или 3. Ну, это 3 вот это. Я не знаю, видно вам или нет. Я вам пока покажу. Цифра 1. 2. С баксиком. 3. Шикарной женщины. Виолеттой. Нет, это Бонита. О, это Бонита. Такая красотень получилась. Все классные. Ой, спасибо. Так, мы можем еще сделать, конечно, вот таким образом. Так будет лучше, мне кажется. Ну, чтобы вы понимали, просто какое сочетание. Можете, если что, скриншот сделать. Может, поможет это тоже вам. А, вот так мешает, конечно. Сейчас мы что-нибудь тут сорганизуем. То есть очень-очень интересно получается. Что-нибудь еще показать? У нас есть 15 минут. Или хватит? Вам меня уже. На сегодня хватит. Слишком много меня в вашей жизни за сегодня. Так, давайте вопросики. Давайте, у вас по-любому появились вопросы. Что ты
тут обламываешь? Вот что за человек? Я ей имя хотела дать. А ты сразу испанский. Да, не знаю я испанский. Что теперь? Так, вот так вот и общайся с людьми. В лицо улыбаться. А в комментариях пишут умные вещи. Ну, что вам показать? Тогда напишите какие-то вопросы, чтобы я могла сориентироваться. И... Ой, гляньте, вообще, типа, вот эти дизайны, вообще так лучше будет даже. Не знаю, как гуглила. Но я гуглить не могу, я же работаю. Поэтому так всегда. Что вам еще сделать? Смотрите, элементарно, вообще элементарно. Берете, убирайте этих. Сейчас покажу. Быстрый дизайн, который понравится по-любому всем. Где? Сейчас, подождите, найду жвачку. Давайте отсюда отковыряем. Чего она? Искать ее долго. Клеим. Берем типсик. Например, вот такой. Да? И будет очень нежно, если мы сделаем... Здесь, конечно, белым не сильно видно, понятно будет, да? Но потому что у нас типсик-то не белый. Но... В целом будет интересно. Просто нанесли клиенту. Это прям, ну, рука, да? Если у клиента есть вторая рука, берем на другой руке, делаем практически то же самое, да? Что у нас с типсиком? Забавлю. То же самое. То есть это будет композиция. Целая композиция. Тут мы уже берем и делаем вот таким образом. Ищем какие-нибудь красивые окна. Желательно хорошего качества. Клеим. Сначала оторвать надо, конечно. И тут уже пляшем вокруг. Тут уже вокруг. То есть это будет нежная композиция с пустотой внутри. Туда можно вовнутрь цветок какой-нибудь посадить, если у вас большое окно. Если маленькое окно, цветок вы уже не посадите. Может, часть веточки. Это уже на смоделированный ноготочек вот так вот. Издевайтесь над клиентом. Сушим. Так, здесь у нас будет ничего. Перекрываем матовым, глянцевым. Давайте глянец будет у нас тут. Мы сейчас сделаем несколько вариантов красивых. То есть у нас будет глянец. На все ногти будут в крапушку. В крапушечку. Так. Отодвигаем. Берем вот эту сторону. Здесь мы можем реально приклеить какую-нибудь маленькую веточку какую-нибудь. Будет интересно на самом деле. Смотрите, у меня тут часть оторвалась. Вот часть осталась. Поэтому сейчас вот эту часть отрежем лишнюю. И достанем как раз вот этот очень похожий на одуванчик цветок. И разместим вот здесь. И здесь надо топ-текласс нанести. Потому что я хочу сюда еще надпись какую-нибудь запопахать. Это вот очень быстрая композиция. Легкая очень. Уходим. Это раз. Так, еще берем. Здесь у нас будет тоже окошко. Окошко. Тоже берем маленькое, потому что у нас у клиентов-то ногти маленькие по факту. Они же не такие большие. Хотя на большой ноготочек хорошо, конечно, можно поставить и большое окно. Ну, конечно, что ж ты прям. Можно в другом месте. Давайте в другом. Вот так мы сделаем. Тут у нас уже будет ноготочек в камуфлирующего цвета. То есть камуфляж тут будет.
крапушки выкладываем на бумажку и выкладываем вот сюда. Я не буду красить в камуфлирующий цвет. Может, и накрашу сейчас, посмотрим. Все время не хочется терять ваше драгоценное. Так, сейчас. Окошко. Окошко. Здесь мы приклеим надпись. Черную хочу. Так, сисями у нас не прокатит. Давайте, наверное, вот этот мне понравился еще тогда. Можно даже двойную, можно еще. Можно две надписи. Никто читать их не будет. Да, Тань? Переводить тоже, я думаю. Надеюсь на это. Перекрываем это все топом слайдер и потом вельветом после просушки. Это реально очень быстрый вариант. И очень нежный, правда, поверьте мне. На стол. Берем 378 номер. И вот таким образом здесь проходимся. На клиентах это тоже быстро. Можно, кстати, и так оставить, можно полностью закрыть. Если сильно сопротивляется, можно привязать к столу, это не проблема. Вот, кстати, хомуты очень тяжело снять, очень тяжело, проверено. Поэтому можно взять белые и черные, они очень стильно смотрятся. Все. И клиент не дергается. И вы знаете, что он никуда от вас не уйдет. Никогда. Так, смотрите, это у нас такая композиция будет. Это на 4 ногтя, ну, пятый там сами придумайте как-нибудь, да. Что мы делаем с еще одним ноготочком? Это у нас будет как раз... Это у нас мизинец, чтобы вы понимали. Он просто такой очень большой мизинец. Такое бывает иногда. Это у нас указательный. Ну, или как там вы соорудите вообще, в принципе, без разницы. Так, а, зачем я выключила? Сюда мы тоже наклейки клеим слова, поэтому сюда нанесем мы красиво. Спасибо, Танюш, большое. Сюда мы Теклас. Смотрите, видите, мы даже успеваем. Теклас. Такой, здравствуйте, привет, привет, привет. Сушим. Так, и у нас получается, смотрите, композиция из композиции. И такое есть. Композиционная композиция. Так, нам сейчас надо это куда-то сделать красиво. Давайте на бумажку, на красивую яркую, может. Давайте на яркую бумажку сейчас как приклею. Мне кажется, будет очень хорошо. Нет? Нет, да, слишком ярко? Вот она. Просто там уже все вымазала, конечно. У них розовая бумага, но она почему-то не розовая на камере. Почему-то. Так, сюда. Так, мизинец. Так, это мизинец. Это у нас не мизинец. Следующий палец после мизинца. Так. Шучу, конечно, я знаю, как пальцы называются. Это безымянный. Скажите, вообще. Сейчас скажете, мастера маникюра, поэтому и мастера, потому что не очень грамотные. Но я знаю, как пальцы называются, честно. Так, далее. У нас тут будет глянцевый. Можно тут уже играть с...
карты можно поиграть с клиентом. Когда мысль теряется, главное это самое вовремя что-нибудь ляпнуть. Тут можно, правда, конечно же, немного помять местами все. В принципе, и хуже от этого не станет. Сейчас еще окошку приклеим. Окошку приклеим, да и все. Чего нам? Почему не приклеить окошку? Так. Веди себя достойно. Что ты не ложишься, а? Как в первый раз вообще. И какую-нибудь очень-очень интересную надпись. Типа «Беги». Нет, еще рано. Еще 5 минут. Я побегу. Так, сейчас я найду. Где-то я нашла большую надпись. Но это не здесь, да, наверное? Что-то с ребятами связано. Нет, это не подойдет. Ой, мальчики не плачут. Да с чего это? Ага. Они не плачут, они ноют. Мальчики, простите, кто в эфире? А, вот. Тут непонятно, или просьба, типа, мальчик не плачет, или, типа, утверждение, мальчик не плачет. Непонятно вообще. Все, хватит. Сейчас понесет. Так, топ-слайдер, потом уже вельвет. Но просто мы спешим, да? У нас 3 минуты осталось. Угу. Все. Все. Не плачет, а я... Это у нас вот здесь будет. Нет, это не мизинец. Вот мизинец. Это безымянный. Это указательный. А с большим делайте, что хотите вообще. Вот просто. Вот на ваше усмотрение. Смотрите, вот такая композиция. Опять-таки, вы что-то отсюда можете взять, а что-то можете не брать и сказать, что я ненормальная. И сделала какую-то ерунду. Можно его вот так располагать. Ну, такая композиция была. Ну, в принципе, нормально, да? От 1 до 5, как бы вы оценили? Смотрите, можно вот так. Можно бомбануть вот так. Тоже будет очень красиво. И также сделать, кстати, вот очень многие клиенты говорят, ой, я не знаю, матовый, как я буду носить? А вы берете и говорите, давай мы тебе 1 ноготь сделаем матовым или 2, и вообще пушка будет. Ты будешь ходить и как раз посмотришь, стирается он у тебя, не стирается, выдерживает там твои огороды, не выдерживает. Ну, скажите, бомба. И все это просто одна коллекция и там цвета, которые у вас есть под рукой. Поэтому вот если вы думали, просто я когда-то ученице говорю, ты работала, но она купила там AMBOSI коллекцию, она говорит, я не знаю, что с ней делать. Я говорю, тю, елки-палки, в смысле? Это как раз-таки та самая коллекция, которую в любом случае мазни, будет красиво. Любой дизайн мазнул, и уже все, красотень. Как вот с Bugs & Bunny, вот смотрите. Ну, без этого вообще некрасиво было бы, скажите. Все, добавили крапушки вот эти. И все, и красота. Мне даже нравится, понимаете? Мне все всегда нравится, конечно. Но мы же всегда придирчиво относимся к тому, что мясами делим, армянка из меня начинает опять выходить. Акцент появляется. Вырывается иногда. Вот. Но мы ее не пустим. Короче, мне нравится. Все, напишите что-нибудь хорошее. Желательно. Там можно и не хорошее. Мне, в принципе, я не пензитная. Вот. Но мне кажется, красиво. Очень красиво вот композиция на полностью на всю руку. И опять-таки, вы можете это все миксовать и менять местами, как хотите. В этом случае большой может быть чисто вот такой. Или может быть вот такой с градиентом из 300, какой у нас там был, 317 номера или еще что-то. Огонь. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, вам эфир понравился. Вы получили, вдохновились и что-то получили. Супер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Смотрите, какие маски красивые. Сразу меняется все. Прям и стиль получается. Вот. Все, всех рада была во второй раз увидеть. За сегодня. Всем пока-пока. Эфир сохранится обязательно. Поэтому, если что, можно будет пересмотреть. Коллекция Аймбус. Ой, подождите, я вам положу, чтобы вы видели еще коллекцию. А то скажете, а с чем вы это все делали? Спасибо за эфир. Ой, спасибо вам большое за эфир. Ребят, всем спасибо за эфир. Это ж не только мой труд, это ж еще ваш труд. Если вы смотреть не будете, кто ж будет в эфиры выходить? Если бы не вы, сейчас бы сидела спокойно на качелях, пила бы чай. Страдала бы без вас. Все, с вами была Тагуи. Рада была всех еще раз видеть. Всех люблю, обнимаю, целую. Эфир сохранится. И до следующей среды. Мы в среду с вами встретимся. Сама с собой уже разговаривала. С вами встретимся в 14:00. Уже свое лицо показывать не буду. Уже там смотреть не на что. Все, пока-пока.